Фонд Нурсултана Назарбаева – это некоммерческая организация, созданная для реализации идей и инициатив первого президента Республики Казахстан. Работу фонда можно сравнить с игрой сплоченного ансамбля, в котором каждый играет свою партию. Но в итоге все складывается в единое звучание – симфонию будущего. Это сотни проектов неравнодушных казахстанцев, которые каждый день делают нашу страну лучше. Формирование конкурентоспособной нации. Реализация интеллектуального потенциала будущей технократической и творческой элиты Казахстана. Вот уже 20 лет эти цели воплощаются в конкретные дела. Юбилейный 20-й год работы – это время новых задач и приоритетов. Главное из них – формирование комплексной системы поддержки талантливой молодежи. По поручению Елбасы фонд реализует республиканскую программу «Ел-ӨМТ». Она позволяет выявлять талантливых ребят со всех уголков страны, вовремя помогать им с выбором профессии. Во всех регионах страны открыты специальные центры, где на основе лучших мировых практик можно определить способности ребенка. Совместно с Министерством образования и науки будут организованы олимпиады «Мыңбала» для детей из сельских школ. Победители продолжат обучение в лучших учебных заведениях по всему Казахстану. Разрабатывается программа по сопровождению онлайн-обучения под опекой личных менторов и наставников вплоть до поступления в ВУЗ. Создается настоящая экосистема, которая позволит ребенку осознанно выбирать свою будущую профессию. Масштабные марафоны ЕЛ-ӨМТ, объединившие школьников со всей страны, прошли в крупнейших городах Казахстана. Помощь детям с особыми потребностями, их социализация – еще одно важнейшее направление деятельности фонда Нурсултана Назарбаева. В республике реализуется инициатива «Камкорлык». Ее задача – усовершенствовать условия жизни детей с особенностями развития через модернизацию системы социальной и медицинской помощи. Молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности Казахстана. Кроме социальных лифтов для школьников и студентов, при фонде действует целая система поддержки талантливых молодых ученых в самых разных областях науки, которые уже доказали свой потенциал. Ежегодные премии и именные гранты – не просто авторитетная награда, но и ощутимая поддержка для специалистов, которые выходят на мировой уровень. Для системной работы с молодым научным сообществом при фонде создан Совет по науке, в состав которого входят физики и математики, химики, врачи, философы, экономисты и социологи. С 2007 года присуждаются именные стипендии и выделяются гранты для исследовательской работы. При поддержке Совета талантливые казахстанцы принимают участие в значимых научных конференциях и форумах международного уровня. Это позволяет им быть в курсе самых последних мировых наработок и генерировать собственные уникальные идеи. Здоровый прагматизм исследования мировым трендам – залог успеха в современном мире. Особое внимание в фонде Нурсултана Назарбаева уделяют развитию информационных технологий. Специально для этого создан IT-совет, который координирует работу с молодыми казахстанскими программистами и инженерами. Помощь в реализации казахстанских стартапов на международных платформах, республиканские конкурсы в области IT и робототехники, летние стажировки для школьников и студентов – все это выстраивается в комплексную поддержку.
Развитие самобытной культуры, поддержка творческих начинаний одаренных казахстанцев – еще одно важнейшее направление деятельности фонда. За 20 лет работы реализованы десятки успешных культурных проектов. В Казахстане и за его пределами прошли масштабные выставки и вернисажи. Поддержку получили художественные и документальные фильмы молодых кинематографистов. Премия «Алтын Тобылғы» ежегодно открывает новые имена в казахстанской литературе, оказывает содействие в продвижении творчества молодых писателей. Международный фестиваль творческой молодежи «Жастар» и ежегодный концерт лауреатов фонда Нурсултана Назарбаева являются отличной стартовой площадкой для молодых талантливых артистов, певцов и музыкантов. Спорт без границ – традиционно одно из основных направлений деятельности фонда. Главная миссия – помочь взрослым и детям с особыми потребностями проявить себя на площадке. Доказать, что они могут быть наравне со всеми. Отдельную миссию несет республиканский конкурс «Караван доброты». Его задача – сделать идеи благотворительности и гуманизма общими для всех казахстанцев. Выявить и поощрить ярких людей с добрым сердцем, настоящих героев нашего времени. Новые подходы в работе фонда – это активная работа в регионах, налаживание связей с представителями местного неправительственного сектора и госорганов. Для этого на постоянной основе в областях республики проходят дни фонда. Такие встречи – отличная возможность местным неправительственным организациям и активистам получить конкретную поддержку для своих инициатив. Большое значение уделяется и расширению международного сотрудничества. Помимо презентации казахстанской культуры за рубежом, научных и деловых контактов, фонд Нурсултана Назарбаева наладил прочные связи с коллегами во многих странах. В частности, подписаны меморандумы о сотрудничестве с фондом Гейдара Алиева в Азербайджане, Корея Фаундейшн в Сеуле, Японским фондом мира ГОИ. Действует меморандум о взаимопонимании с ЮНИСЕФ и другими организациями. Стратегический консалтинг и реализация глобальных диалоговых площадок – еще одно важнейшее направление. Им занимается Институт мировой экономики и политики при фонде Нурсултана Назарбаева. Глубокий анализ в области региональной безопасности, геополитики и макроэкономики – все эти исследования позволяют не только формировать практические рекомендации для госорганов. Накопленные компетенции позволили создать уникальную дискуссионную площадку «Астана Клаб». Ежегодно для открытого диалога о развитии Евразийского региона собираются авторитетные эксперты и действующие политики из более чем 30 стран мира. Именно на базе «Астана Клаб» идет урегулирование локальных конфликтов, сотрясающих континент. На пятом форуме «Астана Клаб» Нурсултан Назарбаев предложил создать глобальный альянс лидеров за безъядерный мир для укрепления позиции Казахстана как миротворца и проводника антиядерной политики во всем мире. Фондом учреждена Назарбаевская премия «За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность». Способствовать формированию конкурентноспособного общества и развитию человеческого капитала, решать важнейшие социальные проблемы, воплощать самые смелые мечты казахстанцев. 20 лет фонд Нурсултана Назарбаева реализует свою миссию во имя процветания Казахстана.